Всем привет на моем 30-м стриме. Мы сегодня продолжаем проходить игру Jungle Strike. То есть это уже вторая часть по ней. Напомню, что было в предыдущей части. В предыдущей части некие террористы взорвали остров возле Африки ядерной бомбой. Сразу выставили туда самого крутого пилота, ну как обычно. Это мы. Там мы разгромили несколько их подлодок атомных. Там остановили поставки плутония, их лагеря. Да, и обезьянки вымерли, к сожалению. Шутник, привет. Вот. Разгромили их лагеря подготовки, поставили там жучки-простушки, там разные. Ну, в общем, разные, как бы сказать. Так, помягче. Ну, в общем, неудобства доставили. Остановились на том, что последняя миссия была в городе, там эти броневики какие-то мы взорвали. Ну да, ну в общем, ладно. Я думаю, так большинство людей знают сюжет этой игры. Костебрак, привет. Продолжаем. Так, сейчас я в эмуляторе звук включу. Так, поздравляю, генерал, доставленные вами советские технологии очень нам пригодятся. Рад стараться, товарищи, это очень прибыльная сделка для всех нас, не так ли? А мои ядерные боеголовки, я надеюсь, они уже прибыли? Как мы и договаривались, я перевожу их в подземную снежную крепость. Отлично, мои люди проконтролируют процесс доставки. Если этот нахальный Янки на вертолете сунется сюда, живым ему на базу уже не вернуться. Графон, да, суперский. А здесь холодновато. Вот наши цели. Наш лучший пилот по прозвищу Бычара был сбит группой танков М1. Его взяли в плен и держат в тюрьме рядом с бараками. После спасения Бычары тебе нужно обнаружить и захватить русского генерала. У него наверняка должны быть данные о советских технологиях. Наши агенты утверждают, что где-то в этом районе наркобарон построил подземную крепость, которая прячет ядерное оружие. Но будь осторожен, крепость охраняется отлично оснащенной армией. Так, игру потише не надо сделать? Ты все понял? Тогда вперед. Если там надо потише игру или микрофон сделать, пишите. Чик-пек. Миссия 6, снежный удар. И вот то, что он упомянул там про армию, которая охраняет, вот это не шутки. Здесь реально такое жесткое вообще. Не удивлюсь, если я к концу уровня, у меня будет не 3 жизни. Так, ну ладно, идем Бычару спасать. Он и еще несколько пехотинцев были захвачены в плен. Спаси их и вывези в безопасное место. Фух. Ну что, полетели? А, я забыл, это надо мимо прилетать. Мне уже 300 брони снял какой-то чел с автоматом. Вот это уже ошибка была первая на этом уровне. Да, пустынный камуфляж. Не, подожди, ты про вертолет? Ну, а что, его перекрашивать будут? А, ну, как бы другой могли дать, да, вертолет? Да ладно, вертолет-то и так видно. В принципе, какая-нибудь. Это если он стоит где-то, то да, а когда операция, то в принципе все равно. А как в танках? Я что знаю, как в танках? Так, а брони у меня 530 еще. Фигня. Так, дайте мне бычару. Ну, короче, бычара, это в оригинале он назывался Wild Bill. Типа, Дикий Билл.
Так. Что тут? Еще есть место? А, все. Понятно. Так, а вот сейчас печальная история, потому что мне надо зачистить посадку. И там очень больно, и, ну, в общем, это печальная история. Надо было вначале зачистить, потом лететь сюда. Так, сейчас аккуратно. О, а ты кто? Ну, у меня места нет. Так, так, так. Очень аккуратно надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня 530 брони, запомнили. О. Попал, что ли? Не, не попал. Все, 200. И я ничего не могу с этим сделать. А, ну там вообще-то есть броня, но... Ну это... Блин. Придется взять. Ну и это не уверен, что мне поможет. Вообще не факт. Так. Боеприпасы есть, в принципе. Надо гидро юзать. Там можно попробовать по-тихому сесть и высадить людей, но... Тоже такая сомнительная идея. О. Ну танки я не убью просто. Ну попробую сейчас из всех орудий. А, убил. Я убил танк, но он мне снял тоже уже. Значит, танк уже ослаб почему-то. А, вот этот не ослаб. Так, надо все-таки подготовить посадочную площадку, потому что он вроде сюда не заезжает. В принципе, у меня, наверное, будет возможность сесть. Ты разваливайся, ты. А где у нас топливо-то? А, только на начале самом. На посадке. Так, а боеприпасы мне нужны? В принципе, еще можно вот этих пока убить. Ну, теперь нужны. Так. Ой, не, не врезаться. Еще интересно, эта вертолетная площадка, она вообще для чего? И почему он не защищается? То есть как его вот специально для меня построили, да? Чтобы у меня была база какая-то. Ладно, пойдем тот танк уничтожим, если получится. Получилось. Ну все, в принципе, тогда зачистили, можно сказать. Причем сейчас не было опасной зоны, не написано было, то есть... по какой-то причине вот он ослаб, я не понял почему, правда. Может, потому что я вышки эти уничтожил? Типа как до этого в предыдущих там уровнях было, типа радары надо уничтожить, и они слабеют. А здесь типа вышки, что ли? О, лебедка. Вот если мне тут пара танков доставила проблем, то что говорить про то, что там будет куча этих танков потом. Так, тут где-то бегал. Ты где? О, давай. Ты не можешь добежать сам до этой... до этого убежища? Садись. Так, тут где? Где дикий Билл этот, бычара? Вот он, наверное. Здорово, бычара! Ты выглядишь замерзшим. Рад видеть тебя на борту. Нормально. Так, что здесь, все, больше нет людей или есть еще?
все. Радары, мобильные радары. Броня 100. Уничтожь 3 радарных установки, прикрывающих важные объекты. Да, и вот в этой рамочке, ну это забор, внутри там куча всяких не очень, и которые меня собьют там буквально с пару ударов, если я не уничтожу радары. А так как радары в непосредственной близости, то мне как бы надо будет там тоже очень аккуратно все делать. Так. Броня 100, ой, 1000. В принципе, горючее там будет, наверное, да. Но его надо еще тоже освободить. Так что полечу туда. И по пути мне тоже могут доставить еще неприятности, потому что это там не пустая карта. Да, вот этот холмик, это не просто так. Нет, надо... Ой. Надо этот холмик сразу уничтожать, потому что потом их не будет на карте. Вот эти. Целую кучу потратил на него боеприпасов. Но зато вот армор у меня теперь есть. Сколько брони? По-моему, пора и брать как раз. Да, придется бы как раз и взять. А у меня было 1000, ну то есть это не имело смысла, только боеприпасы потратил. Ну правда, вертолет уничтожил. А это потом будет такое задание. Ну так что это не зря все. А боеприпасов уже маловато, если честно. Так, где вы там все? Все, один радар уничтожен. Так, горючее где тут было? Ну да, ну вертолета там у Hellfire, это в принципе нормально. А вот то, что у меня какая-нибудь зенитка стреляет, она, ну такая, которая вот очень быстро стреляет. Там одно попадание снимает где-то 30. Но если это Danger Zone, то одно попадание может снимать и 150. И в отличие от Hellfire, там как бы попадание несколько раз в секунду. То есть тупо там вообще без шансов. То есть как бы Danger Zone, это ну совсем явно намекают, что ну не надо сюда лететь. Я до верхней долечу, до верхнего топлива долечу. Так, боеприпасы тоже там где-нибудь возьму. Так. Стоп, подожди. 20, а боеприпасы. А вот апачи, кстати. А может я даже вон до того верхнего правого долечу, да. А то потом мне тут... Я понял, тут проблемы с горючим вроде бы как. Очень серьезные на этом уровне, поэтому надо брать дальнюю, пока могу. Так, 775. Ладно, не буду пока высаживать людей. А хотя высажу. А, давай, удачи, костя, брат. Так, следующий радар. Опять апачи эти попадутся на пути. О. 700 он мне оставил. Надо было хеллфайром его, наверное. Ну сколько ему, наверное, 2 хеллфайра надо. Вообще странно, у них броня должна быть как минимум не хуже, чем у меня. О! Я даже не заметил. Ох, ну как же так? Как же так? Ну вообще не очень. Да уничтожайся уже. Ну я бы взял бы, у меня 540. 540.
печалька. Ладно. Ничего страшного. Ну хотя как ничего страшного? Я думаю, мне потом будет очень не хватать. Все, теперь там не Danger Zone, теперь там Norm Zone. И туда можно лететь. И как раз туда нам и надо. Ангары. В ангарах хранятся ракеты. Броня 300. Взорви 5 ангаров и все ракеты, хранящиеся в них. Так, боеприпасы, все есть. Брони мало. Там танки вроде бы. Сейчас посмотрим. Так, так. Это вышка. Ладно, посмотрим, что тут. Из-под тишка так. О. А, они даже не видят, типа. Что я уничтожаю ангары. О, приехал. Не, он не видит пока. Тор, привет. Я пытаюсь его с пулемета уничтожить. Попал, что ли, он меня? Печалька. Доигрался. У него один снаряд мне, походу, 200 снял. Или это миньон снял. Не попал. Пока что тоже не попал. Так, боеприпасы, это в тему. Но у меня, в принципе, 4 Hellfire, но у меня брони очень мало. Так. Главное, ракету уничтожили. Так, ну вроде зачистил, более-менее. Ну там одна вышка вроде осталась. Да, я думал я сверху пролечу, лол. А где горючее-то? Понятно. Придется брать. Вот у меня два горючего на всей карте осталось. Ну естественно где-то еще есть закопанное, но и надо искать. А как же так, если у меня оно заканчивается быстро? Микрить, в смысле? Что значит микрить? Я нормально играю. Ну, не, ну на этом уровне просто ты же не сначала, да, смотришь, так понял уровни. Я уже говорил, что на этом уровне могут быть фейлы очень жесткие. Вплоть до, типа, вообще не, типа, ну, гейм-овер. Такое тоже не исключено. Это же самое могу сказать и про следующий уровень, и про послеследующий. Отчет? Что за отчет? Ну, не важно. Все, третья выполнена. Специалист, советский эксперт по оружию. Ну, это вообще имба должен быть. Спроси советского эксперта по оружию. Он знает координаты ракетных установок. Прям уж таки спасти. Он прям рвется к американцам. Броня. Где же броня? А, тут броня вроде была, да? Или нет? Я так выбор туда лететь, иначе я себя обрекаю на падение. В кюшенке с красной звездой. Тогда тут же катсцена была перед началом. Там, ну, звезды там не было, но он был в этой... как это называется-то? Ну, короче, это шапка зимняя военная, забыл, как называется.
такая серая. Опа. Тут может быть что-то полезное, но тут меня могут и убить. А, вон особенно вертолет. Так, один чел там? Нет, два. Да ладно, уничтожил? Да как же, что за бред? Так, а тут... О! Броня 10. Ладно, я полетел, надо на вертолет не нарваться. Меня все что угодно сейчас убьет, абсолютно что угодно просто. Любая пулька шальная. Ну ладно, вроде повезло. Да, если кто-то летает именно в топливо. А ты как хотел? Чтобы он стрелял у врагов? Это как-то не очень для него. Слишком просто. Так, тут вроде танки, зенитки будет, я не помню. Вышки, ну все подряд. И тут будет как раз таки и горючие, и боеприпасы, вот это я помню. Так, и броня. Так, 930, это еще нормально. А что топливо рвануло вот от всех вокруг? Ну да, только что-то этого не происходит, но физику не учел. Так, главный генерал не уничтожить, он походу бегает. Я прошу политического убежища, отвезите меня в Америку. Вот, я могу дать вам координаты ракетных установок наркобарона. Ну понятно. Перебежчик. А вот и ракеты. Ракетные установки. Найди и уничтожь 6 ракетных установок, прежде чем Эдмонд сможет направить их на Вашингтон. Так, горючая. О, ты кто? Еще один способ ливануть из рашки. А, горючее мне придется взять. Вот вообще, последнее горючее, можно сказать, беру. Стоп. Где горючее-то? А, ну да. И у меня еще одно где-то там валяется, вот. Но одно и все. Одно на всю карту. Мне буквально, вот я еще уничтожил одно, это очень печально, то есть. Не исключено, что я где-то упаду просто из-за нехватки горючего. Вообще не исключено, очень вероятный сценарий. Так, одну ракетную уничтожили. Удаляй? Не. Сейчас все будет. Так. Hellfire 6 штук надо юзать. Три Hellfire на него надо. Неплохо. Далее. Где? Я не хочу туда. В Danger Zone. Закончились все боеприпасы у меня. 108 этих осталось только. А где у меня боеприпасы-то? Опять далеко лететь, горючее тратить. Печалька. А, ну там сверху вот, в принципе, там я же вроде как раз таки освободил там. Сейчас посмотрим.
Не, вертолетик меня пока что не интересует. А вот этот холмик, да, может быть. Так... В общем, я понял, здесь надо брать сразу и потом уже стрелять. Иначе никак. Потому что жесть, такой бред. Меня это всегда раздражало. Только броню потратил зря. Ладно, вертолетик, сейчас тебя уничтожу. Где тут танк? Ну вот, броню уже потратили мне. Ну, не знаю, сколько я еще придержусь. До первого падения. Вон лететь куда? А горючее-то вообще... Ну, то есть я сейчас могу поехать, прилететь, взять ремкомплект, горючее, и у меня не останется больше ни ремкомплектов, ни горючего. Ну, вообще на карте. Ну. Или позволить все-таки сейчас себя, это, ну, потратить и... Хотя не, ладно, будем биться до последнего, так что прилечу. Ну, потому что 90 мне явно не хватит на еще одну ракетную установку. Так. Вот если бы тут была броня, я бы ее взял. И потом... Не, боеприпасы, ладно, неважно. Так. Ух ты ж, 15 оставил мне, нормально. Так, горючее там. Ну ладно, пойду за вон там ракета наверху, вначале ее уничтожу. Так, где она? Кстати, ее там не было явно в начале, то есть она заспавнилась. Кто охраняет? А, типа никто. Ну сейчас приедут, братва. Ну-ну-ну. Да, это я помню. Так, боеприпасы. Не, где-то тут, ну вот. Причем на карте показывается, что они за забором. Не точно GPS. Ну вот и все, и горючее надо брать. Последнее. Не, ну там сейчас, по-моему, будет... вот у нас сейчас следующее задание, электростанция. Вот, электростанция защищена радаром. Взорви подстанцию и 4 высоковольтных вышки. Этим ты выведешь из строя вентиляционную систему подземной крепости. А, ну, во-первых, там больно. Потому что там куча... Так. А, вот. 5 танков. А, и, ну, как бы... Да. Брони 775. 5 танков. Люди с гранатометами. И там где-то, по-моему, горючее есть. Но надо его еще отбить. Ладно, полетел. Смотрим, где там танк. Danger Zone, это печально очень. Ну вот. Поздравляю. Жесть.
Естественно, гуф, а ты что хотел? Ну, там был Danger Zone. И еще гуф. Я предупреждал. Себя. Ну, как бы, слабонервных, можно сказать, предупреждал, что здесь будет не очень. Так, у меня одна жизнь. И перспективы не очень. Перспективы не очень, сразу говорю. Я внезапно играть как бог не стану, чтобы с одной жизнью пройти тут все. Ну, хотя как получится, на самом деле. Так. Ну как же, ну жесть, ну все. Вот и прошли. Там вроде снег был. А, или это типа от падения сгорел. Расплавился. Да. Не, вот эта игра, вот эти уровни начинаются сейчас вот 6, 7, 8. Реально жесть полная. Причем 7-й сложный только из-за одной причины, но я не буду спойлерить. Вот. Но не из-за сильных врагов. А вот 6-й и 8-й, да. Ну все, по новой. Да, все не торт. Ну что, надо ошибки сразу не допускать. Вначале зачищаем посадочную площадку. О, 15 брони сразу себе снял. Not bad. Итак, сколько мне вышка сняла? А, да немного, 10. Так, я так понял, вначале надо вышки все уничтожить. Потом уже танки. Тут еще где-то бегает чел, можно его взять. Гранатометчик. Ты куда ж ты меня так далеко видишь-то? Да. Почему Danger Zone-то по-прежнему? Ох, ты ж... Удаляй. Не знаю даже. Что-то как-то неприкольно получилось. Ну, блин. Где танк-то? Чувствуешь шлевок? Так. Ну, если бы еще одно такое нападение сделать, когда он развернут, то, в принципе, я думаю, добил бы его. Только как мне увидеть, что он отъехал? Так, он отъехал. Есть. Ну, разрушает эту постройку. Так, одного хотя бы высадить. 140. Ну что, попробовать бычару освободить. Там хотя бы... Там, в принципе, только вышки и зенитки. Ну, как бы зенитки могут доставить проблемы. Но мне хотя бы пару человек взять еще, чтобы высадить. Так, смотрим, что тут. Или тут танки тоже были? Не, вроде не было. Так. Давай-ка.
Ну там, по-моему, зенитка увидит меня. А, тут даже две вышки. Отлично. Ух. А, она 10 снимает одним выстрелом. А, когда Danger Zone, там, по-моему, ну много. 50, что ли. Так, тут еще один танк не уничтожен, я напоминаю. И вон он там ездит, и ему пофигу, что вертолет сел. 330, ну уже можно затащить это задание. Правда, у меня Hellfire 0, Гидра 23, но я думаю, должно хватить. Тут есть боеприпасы, в принципе. А горючего у меня где? Оу. Неприкольно. Ну, удали чё. Шесть еще оставалось. А, боеприпасы, ну ладно, то я тоже тут возьму. Так, ну что, танк-то надо... Нет, стоп, я забыл, что у меня брони-то 250 по-прежнему. Что-то думал, что взял горючее и все, могу танк уничтожить. Так, вышки тут где-то. Ну, их легко, в принципе. Все. Совсем почувствовал себя как в Скайриме. Так, сколько я там уже взял? Четверых? Да. Вот он, бычара. Так, надо не главное не уничтожать боеприпасы и все остальное. Ну, когда я нахожу под этим, под холмиками, под этими. Просто нашел, улетаю. И как бы все равно, что там стреляют. Главное именно потом взять и уже уничтожать после этого. То есть, чтобы можно было взять. А 845 это много, да? А, нормально. Ну, точнее, не нормально, слишком имба. Ну вот, обычный танк теперь. Что-то вроде... А, тут гранатометчик, по-моему, да? А, нет, тут заложник просто. Так, брони 380 надо посадить. И еще одного тоже. Правда, я горючее на это трачу. Бесценное. Так, а какая у нас вторая миссия? А, радары. Горючее 32. Не, ладно, полечу так к радару. Я думаю, чем-нибудь успею сделать.
Или по пути, может, найду горючее тут где-нибудь. Ну, это-то я видел на карте. Так, броня. Тут что? Боеприпасы. Ну и все, горючего 20, так что... Придется, наверное, тут брать. Так будет экономнее, я думаю. Тут где-то валяется. Да, придется взять. Хотя, конечно, потом его она тоже понадобилась бы, но... Так, надеюсь, мне хватит одного Hellfire. И сколько там гидр. Где танк? Нет, тут танка нет. О, броня. F-тема. В тот раз я ее уничтожил. Как вообще после уничтожения радара может остаться броня до вертолета? Так. Что тут? Боеприпасы. Их там кто-то охраняет? Проверим-ка. Пойдем-ка проверим-ка. Нет, просто валяются. Ну и ладно тогда. Нашел мое. Радар делали из металлолома, и тогда тоже видишь совместимые детали. Но... Все, выполнено. Так, надо теперь в ангарах все сделать правильно. Так, подождем, пока он отвернется. И ударим в спину. Ага. Самое лучшее, что я мог сделать. А что, мне понравилось. Хорошая тактика. Так, где-то там. Да что? Что такое? Я просто побоялся, что я опять в здание врежусь. Ну вроде же я над ним лечаю, как я могу в него врезаться вообще? Ладно, вроде зачистил практически. Так, тут лучше боеприпасы расходовать, чем топливо, поэтому я буду расстреливать все, что есть. Более тут вон боеприпасы лежат, в принципе. Ну давай, давай, взрывайся. Так, под вышкой ничего нет, надо проверять всегда, потому что там может быть тоже что-то. Так, ну боеприпасы я по-любому беру, и вот у меня проблема с горючим опять. Ну, чё, в принципе, выхода нет, надо лететь просто и брать.
Вариантов немного. Причем возьму, попробую дальний. Я думаю, должно хватить топлива долететь. Так, да, все, боеприпасы я взял, если что. Я надеюсь, по пути попадется, если это я возьму. Ну, под холмиком каким-нибудь. Тут. Есть. Только бы не сбили. Ого, кто-то у меня. Да ладно. Я думал, все, сбили. Так, броня у меня есть, он там наверху. Правда, тут еще один апач летает. Долететь бы теперь. Ну, главное, я взял горючее. Вот то, что рядом со мной, его брать проблематично, потому что там стреляют тоже. И, в принципе, да, это он, как бы... Его будет всегда брать проблематично. Ой, чё я пытаюсь взять-то, подожди. Потому что... Ну, собственно, я лечу брать броню только тогда, когда... Она мне нужна. Если она мне нужна, то мне не очень, когда в меня стреляют. Ну, тем не менее. Если было бы хотя бы 100 с чем-то, я бы взял. А у меня было 95. Так, специалист. Ну, давай специалиста грохнем. Ну, вроде неплохо. Так, тут танк должен подъехать, я помню. Так вот. Броня есть. Боеприпасы есть. Убитый чел есть. Еще один убитый чел с гранатометом. Ага, горючее есть. Но сейчас вот уже получше прохожу этот уровень, чем первый раз. Так, ракеты начинаем уничтожать. Надо по-быстрому. Потому что боеприпасы у меня, в принципе, полно. И как бы лучше их расходовать, чем горючее. Да, только если бы он попадал еще. Так, два Hellfire. Ну ладно, пойду. Думаю, получится. Да. Понятно, у меня уже нет ничего. Ну, сейчас возьму. Там, по-моему, тоже стреляют. А, нет, это просто валяется. А, в принципе, эти точки и так видно. Лучше включу вон на боеприпасы. Так, я не понял, кто там будет. Зенитки, по-моему, стоят. Или нет? Да. Тридцать четыре горючее. Так, к дальней-то прийти. Что там нам предложит? Танк предложит. Следующий. Двадцать четыре горючие, это уже настораживает. Да все, мне главное ракету уничтожить и вали. Где горючая?
Ага. Там, где посадочная зона. Ну, полетим туда. По пути, если что-то попадется, тоже опять же возьмем. Например, здесь. Нет, броня. Вообще броню бы неплохо взять, но у меня горючее надо срочно. На обратном пути, значит, надо взять. А, у меня обратный путь не туда будет. Ну ладно, как-то. О, 6 литров осталось. У меня есть кого сажать же, да? Вернись, ну же. Не-не-не. Вообще, я ожидаю, я по сути вот уже пока ни разу не упал. А, ну в тот раз я тоже ни разу не упал, пока до электростанции не дошел. Ага. Так что рано радоваться. Так, там будет два танка, я помню. Может, ну их? Ну ладно, так уж и быть. Ну хотя бы эту ракету надо уничтожить. Ну и все, а танк уже это не важно. Так, вышки. Уберу броню. Потому что даже она мне не поможет, а уж без нее это вообще. Не помню, что сделать, чтобы был не Danger Zone, а Norm Zone. Возможно, надо. Так, ну-ка. Горючая? Боеприпасы. А, возможно, надо снизу начинать. Ни разу не упал, пока тоже не пришел. Наводит на мысль, что, ну ладно, на всякие мысли. Так, что у нас тут? Потихонечку. Оп, потихонечку. Ну, надо было хоть на танк падать, но. Как же это выполнить-то можно без падений? Ну как? Я не представляю, как вообще. Да, прикольно. Отлично. С боеприпасами лететь непонятно куда. Жизнь, боль, да не говори. Понятно. Вот так вот и надо было здесь выполнять. И теперь, видимо, они будут дно. А как же я про это забыл? Я вот про это вообще забыл. Хотя же наверняка знал, когда играл. Потому что, в принципе, я вроде все уровни проходил, так или иначе, без падений. Горючая. Ну ладно, не буду пока брать. А броню надо. Ну, в общем, если я зафейлю, я теперь знаю, как это пройти. Но я думаю, что теперь я уже не зафейлю. Скорее всего. Он даже меня попасть не успел. О, горючая. Все, нет электростанции вообще. Ой-ой-ой.
Так, 30 гитар. А тут что у нас? Что-то, по-моему, интересное тут. Точно. Все, 3 жизни, никто ничего не видел, я ни разу не падал. Так, 19 гидр. Ну, танки теперь относительно дно, поэтому я могу даже попробовать гидр его уложить. Вот так вот. Ну, теперь 6 гидр, это явно все-таки мало. А боеприпасы далеко, а миссию я еще не выполнил. Значит, надо просто вышку эту уничтожить. Все. Следующая миссия. Подземная крепость. Наркобарон построил подземный комплекс и замаскировал его под снежное поле. Ты должен уничтожить 6 выходов на поверхность и все оружие. Находится неизвестно где. И сразу же 8-я. Головки. Русские ядерные боеголовки. Мэдмен прячет под землей украденные русские боеголовки с ядерными зарядами. Найди как минимум 6 из них. И это тоже неизвестно где. И в общем, это две миссии, которые называются «Лети, ищи». Да. Ну, в общем, лечу к боеприпасам. По пути, если встречается что-то, то я с этим ничего не делаю, потому что у меня только пулемет. Фу-фу-фу. А вот она одна. Надо хотя бы раскрыть. А, хотя там надо, наверное, уничтожать сразу. Все, одну уничтожил. Брони вообще нету. Да. Но тут броня, но главное, чтобы меня не свалили тоже. Пока я беру. Уйдите. Вы неинтересны. О. Аннигилировался. Что, я ее взял? Подожди. Мне надо их брать? Найди. Лол, я одну уничтожил вообще. И я думал, их уничтожать надо. Если бы случайно не взял, я бы такого не уничтожал бы. Хорошо, что там не обязательно все брать. Там надо 6. По-моему, 2 можно уничтожить. А я еще помню, в чем-то была сложность вроде бы. Так, где-то тут еще вроде было. Вот. Смотри, кто балбес, ну да. В принципе, не отрицаю. Да дай взять, да... Ох, лол. 5, брони 5. На электростанцию придется лететь, никак иначе. Главное, чтобы не сбили по пути. Так, боеприпасы есть. Вон танк там ездит, норм. А что с горючим? 30. Ничего хорошего. Но у меня, в принципе, сейчас есть горючее. Так, оставлю туда его включенным. Так, будем искать. То есть я взял 3, а надо еще 3. Как минимум. Все, такой босс упал.
Что, как? А, это ворона в стекло попала. Да, бывает. Где холмики еще? Оп. Нашел. Так, бери. Где? Там стреляют, да, наверное? А, нет, просто валяется. Ладно, ищем следующее. Вот он. Так, вот седьмую я выполнил. И теперь внезапно стало показываться, где он находится. Как классно-то, да? Об боеголовке по-прежнему неизвестно. Да бери. О, жесть. А, боеголовку-то мне надо еще одну взять, так или иначе. А, тут броня рядом, но меня там свален, да? Посмотрим. Не свалили. На-на-на. Да ты что делаешь? Все. Уф. Ну ты куда? Кто вообще? Как там оказался? Все. Фу. Пройдено. Напрягла меня эта миссия. Честно скажу, напрягла. Изи же, ну да, конечно. Что, минусы есть? Что-то не видел. Или они в начале, может, были? Почему-то я ни разу еще не видел. Ладно, поехали. Седьмой уровень. Тоже такой. Там боли будет дофига. Но, как я уже говорил, боль будет в другом немного заключаться. Ладно, проехали. Рад снова видеть вас, капитан. Где-то в джунглях наркобарон построил аэропорт. Угони украденный Ортега F-177 Стелс и раскрой все его гнусные планы. Вообще-то F-117. В самолете установлен ядерный генератор энергии, поэтому тебе не нужно будет заправляться. Технология стелс позволит тебе быть невидимым для радаров противника. Ты должен будешь уничтожить теплицы и поля наркобарона. В этом районе Мэдман прячет украденные ракеты Патриот. Возможно также, что здесь не налажена сборка этих ракет. Здесь же налажена сборка. Найди фабрики, уничтожь их. Вот, миссия 7, речной рейд. И, ух, как же это... Ну, в общем, там, в принципе, уже все и так было сказано. Мне нужно угнать F-117, который почему-то было написано, что он F-177. Вот даже тут написано, что F-117. Ну, все его знают. Этот F-117 знаменитый. И мне его надо угнать и на нем выполнить. Два, раз, два, три, четыре, пять, тут пять заданий. И только седьмое задание «Верни стелс в ангар». То есть мне нужно все задания выполнять на самолете. И тут суть не в том, что меня там сбивают. Или у меня там бесконечные боеприпасы, бесконечное горючее. Но я... О, это же самолет. Ну, короче, сейчас все увидите. Это же не вертолет. Чувствую, подгорит. Не, можно выполнять на вертолете, то есть просто
взлетаешь на нем, сразу же садишься, выполняется первая, седьмая миссия, и остальное выполняешь на вертолете. Ну, как бы я же, как бы, как и на втором уровне, там, где можно было мост перелететь, да, но я буду проходить, как бы, как это положено. Так интересней. Вот он стоит. В принципе, первое задание вообще ни о чем, да. Ой, ну все, сейчас соберусь. Ой, с вами. Сажусь. В общем, на нем можно постоянно куда-то врезаться. Потому что это самолет. А тут врезаться есть очень много чего. Всякие каменные статуи. Вот вот такие вот. Итак, боеприпасы, вот, бомбы 9, АИМ-92, 99, пули 1000, но на самом деле их бесконечно. Броня 1200, броню пополнить тоже никак нельзя, так что если у меня останется мало, нужно либо падать, либо сажаться и пересаживаться на вертолет. Следующее задание. Мосты. Взорви 6 из них, чтобы вражеские танки не смогли прорваться к твоему вертолету. Попробую. Ой, как непривычное управление, я уже забыл, каково это. Не попал. Попал все-таки, да? Так. Это я немножко не туда взлетел. Так. Но даже если я буду фейлить, я не буду проходить это на вертолете. Пока не пройду на самолете, не пойду дальше. Ну нет, я-то надеюсь, что может быть и с первого раза получится, но как бы не факт. Так, мост. Не надо с первого. Так, где тут следующий мост? Главное вот в стены не врезаться. Вот это такая печалька. Причем в конец карты врезаться я могу. Выглядит это примерно вот так. Вот. Стою. Вообще здесь нет смысла не стрелять. Поэтому как бы, ну, чтобы куда-то не врезаться, меньше шансов было, можно всегда стрелять. В принципе. Заодно там он буду задание выполнять следующее. Но из-за этого тормозит немножко игра, поэтому. Не, лучше все-таки хотя бы вот этими стрелять. Вот о чем и говорил. Сейчас мог бы врезаться. Где там этот мост? Зачем тебе такой самолет бесконечно, мама? Так, у меня уже 300 брони сняли. Так, два моста осталось. Ну, как обычно, выполняем миссию до конца. Что ж ты? Ракушек своих расстреливать, что ли? Я не знаю, зачем тебе.
Где он? А, все. Все мосты уничтожены. Следующее. Поля и теплицы. На этих полях зреет смертельный урожай наркотиков. Сожги их все. Да. Сейчас сожгу. Где там? А, выше. Так вот. Сколько осталось? Две осталось. На вертолете это все выполнять довольно-таки проблематично. Но нормально. Здесь полно на самом деле боеприпасов всего. То есть это, в принципе, на вертолете это не сложный уровень. Ну, такой обычный. Легче даже, чем предыдущий. Но суть-то пройти его не на вертолете. То, что не уничтожаешься, вот. Да, что-то ты вообще не очень. Какие-то ракеты у тебя, по-моему, фальшивые. Вроде ракета прилетает и ничего не сгорает. Наконец-то. Так у тебя в скайпе статус висит, ты мне постоянно сам на них, о них напоминаешь. Так, теперь там еще другие теплицы, такие крытые. Главное, сами теплицы еще не врезаться. О, по-моему, сейчас это было близко. Я бы зенитку уничтожил. Тяжеловато это все целиться, вот это вот, видеть, где она находится. По карте ничего не понятно. Вот. Ох! Минус один. Да. Ну зато теплицу убил. Ну-ну-ну-ну-ну. Да ты что? Чё ты опускаешься? Как же он неудобно управляется. Не, ну в принципе то управляется, понятно, что ну самолет, он и есть самолет, он же не может как вертолет там быть резким. Но, блин, ну просто это так непривычно. Так, миссия выполнена. У нас еще остались там точки. Надо, чтобы они глаз не мазали. Еще остались. Где-то тут снизу, что ли? Где? А, не, пролетел. О, тут кто? Еще вон там. Все, теперь вроде все. Нет? А, нет, просто она еще не исчезла. 4. Патриот. Броня 500. Найди и уничтожь 6 пусковых установок Патриот. Нельзя допустить, чтобы эта смертельная технология осталась у Мэдмена. Ну, в общем,
Это такая миссия, где можно врезаться в сами эти Патриот. И тем самым их уничтожить, но и себя тоже. Так что, как бы, режим камикадзе. Ну, их охраняют, естественно. Но, как было сейчас видно, у меня не броня закончилась. Я просто врезался в теплицу. Вот они стоят. Если лететь достаточно низко, то можно их сбить с собой. Траекторию надо как-то прям вот интуитивно чувствовать. Далеко не всегда получается. Наконец-то. Так, вот там с краешку что-то стоит. Так, стрелять не прекращаю, потому что вот тут мало ли что. Так, а где установка? Есть. Где? Получай. Да, врезаться самая большая опасность. А потом еще будет квест, называется «Посади стелс». Ну, этот истребитель. Блю Гиена, привет. Как же тормозит тут? И причем оригинальная Сега также тормозила. Я не понимаю, почему. Как-то могли бы оптимизировать. А то Electronic Arts, как обычно, из-за графона FPS падает. О, танк. Ну это ладно, не важно. Так. Где-то тут установка. Есть. Танки убивать не обязательно. Главное вот это все уничтожить. Так, еще один. Только тут по пути мне может быть очень много разных столбов, которые нельзя допустить, чтобы я в них врезался. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как плохо-то. Нет. Ох. Фух. Последний давай мне мимо. Опа, все. Нефть. Уничтожь нефтехранилище, чтобы вражеская техника осталась без горючего. А заведение-то отключай. Ну, неотключаемо. И вот это вот тоже печальная миссия, вот эти нефтяные баки очень удачно можно сбивать с самим стелсом, ну, корпусом стелса. Бутеров с икрой, жируешь. Ой-ой-ой.
Так, надо их как-то уничтожать издалека. О, вот он... Сбылось. Ну, в общем, у меня осталась одна жизнь. И что-то я как-то не питаю надежд, что я больше ни разу никуда не врежусь. Да ты что? Я думал, опять врежешься. Да сейчас... Куда? Так, танк это ладно, танк это меньшая угроза, чем вот эти баллоны. Баки убивают. Так, следующий. Где там? Вообще я не понимаю, что стелс не может лететь там хотя бы 100 метров над землей. Почему обязательно врезаться во все? По-моему, он там пару километров может лететь над землей, если честно. Да... Сначала я все равно буду на стелсе проходить. Фу, что это интересно хотя бы. А на вертолете тут, ну, обычный уровень, в принципе, ничего такого. Ну, разбомби то. Там, в принципе, ни проблем особо ни с боеприпасами, ни с горючим нету. Ну, как бы вообще без разницы. Ну, правда, их тут довольно много врагов, из-за этого там тоже есть проблемки определенные, ну, в целом, так. После тарана будет счастье? Не думаю. Так, опять мосты. В принципе, тут не обязательно по порядку все выполнять. Можно мосты и теплицы как бы параллельно делать. Так. Вон броня там, ну мне-то это вообще я. Уничтожает эти теплицу-то, ну вот. Горючее уничтожил, ну мне опять же я. Давай. Да как, ну вот что, я не попал сейчас или что? Ну что за бред опять? Хотя бы так. По-моему, проще с пулемета их уничтожать уже. Так, мосты. Да что же ты, ну... Причем, кстати, в этом стелсе же, насколько я понимаю, один только пилот. То есть пилот, он же и штурман, и ну, все в одном. А значит, тот штурман, что с вертолета, сейчас сидит и просто попивает там кофе. Нормально устроился.
Так, теплицы справа, мосты снизу. Ну, пойду теплицы потрачу. Чтобы потом уже не возвращаться к этому. Да что ж такое, ни в одну не попасть не могу. Где? О, попал, ну почти что врезался. Следующее. Ну-ка, ну-ка. Есть. Не есть. Не есть. Есть. Так, ну миссия-то выполнена, но я, как обычно, уничтожаю все. Только брони, интересно. Ну, брони еще куча. Они еле-еле в меня попадают, не осиливают. Слишком быстрая цель. Хотя вообще-то зенитчики должны в такое попадать, мне кажется. Так. А, еще уже патриоты появились. Ну. В принципе, можно защищать все подряд. Не попал, что ли? Опять, что ли, не попал? Сейчас попал. Так, далее. Что тут у нас? Где он стоит? Ну-ка, ну-ка. Все, готов. Мост. Да что же, в мост-то не могу попасть. Дальше Патриот. Опять мимо. Опять мимо. Да, миссия из разряда, что видишь бомбин. Да, так и есть, в принципе. Но не совсем. Ну, не все, не весь уровень. Потом, ну, короче, если дойду, покажу, почему. Так, Патриот. Ой-ой-ой-ой, это что такое? Чуть опять меня не подставили. Понастроили тут специально всяких прикольных вещей. Опять не попал. Да что же такое? Прям вот неприступный какой-то. Наконец-то.
Так, вот еще один. Так, это кто? Чего, всего два человека ее охраняют? Как-то это не очень. Попал. Так, мост. Припасы от танка остались. А, далее. Есть. Так, еще один мост. Есть. Еще один мост. Басил Смит, привет. Ага, Jungle Strike. Ну, уже, в принципе, вот. Седьмой уровень. Страдаю на стелсе. Так, танк. Надо бы танк тоже разбомбить. Вот, все сразу в кучу. И мост. Как раз мост тут рядом, вот он. Не, вот как раз в Вашингтоне не буду страдать. Это легкий уровень относительно. Вот восьмой следующий, да. А Вашингтон, мне кажется, вообще ни о чем. Вот опять неф, ну хотя бы дошел до этой миссии, ни разу не упав. На этот раз. Как же тут их надо прям как-то... Даже не знаю. Один из самых жестких моментов на этом уровне, это вот эти вот нефтяные баки. Просто кругами вот так летать. Не знаю другой тактики. В принципе, ее тут, наверное, и нет особо. Ух! В принципе, может пулемет выключить, чтобы не тормозило хотя бы. Блин. Есть. Нет, нет, сюда слишком она близко. Что такое, даже не попадаю. Да ну. Я даже не попадаю. Жесть, о, попал хоть в одну. Есть еще в одну. Ух! По-моему, повезло только что. Да что она? Ну не получается. Да ну, вообще не хочет попадать. Попадать куда угодно, только не в эту штуку. Другую траекторию надо, что ли, взять. А, ну вообще-то у меня еще есть вот это. Во. Так. Танк. Ай-яй-яй, не-не-не. Еще раз.
Попал. Опа. Где следующая? Че, одна что ли осталась? Опять не хочет. Выполнил. По-моему, миссия была это протаранить, короче, баллон. Ну ладно, главное выполнил. Так, фабрики по сборке ракет. У Мэдмана есть компоненты для создания ядерного оружия. Они спрятаны на замаскированных под пирамиды фабриках. Да. И, ну, в принципе. Ну, что тут особо думать? Я просто привык смотреть, там есть ли горючее, есть ли боеприпасы, а тут вообще я. Так. Это, вот это опасная зона. Ух! Он просто не поворачивал. Я жал кнопку вправо секунд 5, наверное. Надо было, наверное, перестать стрелять, что ли. Ой, жесть. Потрачено, да? Ну, блин. Надо пройти уже этот уровень. На жизнь осталось. Напрягает уже. Зато броню пополнил. Ух, я в эту пирамидку-то как могу врезаться. О, вообще очень запросто могу врезаться в нее. Кинцо. Мне кажется, или в этом кинце показывают, как я промахнулся? И вот, там куча всего в этой пирамиде. И, по идее, это, мне кажется, это надо взять. А, ну да, это и так надо взять. Ну, правильно. Или мне их уничтожить надо. А, по-моему, я могу это уничтожить, но могу и взять. Но взять я могу только на вертолете. Да. Ну так что, уничтожаем или потом слетать на вертолете забрать? В принципе, могу и так, и так. Надо только этого чувачка убить. Бери. Торт. Тебе бы только усложнить жизнь. Тримеры. Так, главное в реальную скалу не врезаться тоже. Ух. А, это реальная скала, понял. Ну, не скала, это, блин, пирамида. Так, надо зачистить тут, чтобы потом на вертолете просто подлетел, взял и все. Вроде, в принципе, нету, не вижу кого-то. Так. Чё, танки где? Вот, вот. Еще танки есть? О, есть. Так, вроде бы тут зачищено. Так, не врезаться в пирамиду. И в эту.
Такое ощущение, что прям на волоске. Так, а где еще тут танки должны быть, мне кажется? Что-то мало было слишком. Нету? Ладно, нету, так нету. Просто будет обидно, если я уже на вертолете потом упаду, учитывая, что все миссии будут выполнены. А, нет, миссии не будут выполнены, потому что, да, я же не уничтожил это все. А, еще, насколько помню, на этом уровне, или это все-таки на следующем, есть одно прикольное место. Сейчас я посмотрю. Не помню, на этом или на следующем. Так. Кто стреляет? А, вон, стоит. Так, а ты кто? Так, тут все. Где-то здесь вроде там было место. Если оно на этом уровне. Ага, вот оно. Вот оно, вот оно. Так, надо зенитки уничтожить. Все-все-все, главное не врезаться. Главное не врезаться. Все, тогда я пытаюсь сейчас посадить стелс. И это не самая простая задача, скажу. Главное там не врезаться ни во что. Так, вертолет свой тоже надо не убить. Так, вот посадочная полоса. Там в конце вроде ворота какие-то. Надо вот это все поуничтожать. Но только не собой. Ну ладно, лучше не буду рисковать. А, тут уже уничтожено. Так, давай-ка, где полоса там? Давай-давай-давай-давай, ну... Ну, блин, давай. Не, косяк, по-моему. Да. Закрабил. Так, заново. Не-не-не-не. Ух, ну как же они тут нервируют-то, а? Где она? Так, ну давай. Да что же ты делаешь, да, ха-ха. Ну-ну-ну, давай, есть. Вот. Теперь мы летим не к миссии, а вот на то самое место. Кстати, мы можем стелс уничтожить теперь. И, по-моему... А, я не помню, будет ли это означать провал или нет. По-моему, нет, потому что мы миссию-то выполнили вообще-то. Да, не будет это провалом, явно. Так, где-то тут. У меня все есть, да, вроде? Ну, в принципе, да. Я вроде там уничтожил зенитку, главное. Вот. А, вот еще одна зенитка. Ты гонишь, что ли? Жесть. Да что это такое? Я в эти пирамидки врезаюсь, но это же смешно. Все, у меня 5 жизней. Ну, можно теперь спокойно идти собирать.
А, нет, тут надо еще вроде посадочную площадку зачистить. Или она уже зачищена? А, у меня нет. Так, у меня никого нет, да? Угу. Чочи торта сразу. Нормально. Так и задумано. Причем это вообще надо было взять до стелса. Чтобы, ну это типа дают мне, чтобы больше попыток было на вот эти все падения. Что-то стол-то не уничтожаешь. Не хочет. Так, боеприпасы есть. Так, Шеридан. Я два танка не уничтожил. Боеприпасы далеко. Ну ничего, значит, я просто танки облечу. Главное, чтобы новые не приехали. А чё человек на крюк-то не садится, а? Так, далее. О, а я про это забыл уже, что надо еще горючее надо. Оу. Ну ладно. Наверное, долечу. Надеюсь, никто не собьет. Я уже и забыл, что еще и горючее надо брать вообще. Оно заканчивается, типа, иногда. О, как же хорошо, вот свободно можно подлететь, пострелять. Так, что у вас тут? О. Нету места. Ну чё, мочим их? Вон, и миссию выполнил. Мне, в принципе, они не нужны. Я знаю, сейчас напишут, нет, иди высаживай и бери. А, валить ног. Да ладно. Мы же доблестные американцы, все. Должно быть все круто. Ну вообще-то я, по сути, у меня все уже зеленое, могу просто сесть и пусть они сами выбирают себе там выжить или нет. А, не двое, там еще же есть. Я же еще одну не взял, вон справа желтая точка. Может быть просто осесть и забить на это, я не знаю. Ну. То есть я могу сейчас просто перейти к 8 уровню. Ой. Не видно, куда они выходят. Вероятно, под землю куда-то. Ну, сейчас возьму уж тогда. Главное, чтобы горючего хватило. На дно сразу уходит. Даже я бы сказал, ниже дна.
Так, а где теперь тех двоих искать? Точка-то исчезла на карте. Сейчас, где-то тут были, по идее. О. Че, повезло вам. Сегодня добрый. Все, все выполнено. Возвращаемся на базу. Со второй попытки осилил этот уровень. Нет, это, конечно, прикольно, что я узнал, что можно вот так летать. О! Привет. Пройдено. Итак, 8-й уровень, ну наконец-то. А, да. Не знаю, когда это было написано в чатике СК2ТВ. Дрозофил, привет. Я, в принципе, да, он у меня открыт, но он у меня просто на планшете, и мне нужно опускать голову, чтобы прочитать, я иногда забываю. Так, далее. Этот пилот очень удачлив. После его атак все, что осталось от твоей армии, можно запихнуть в телефонную будку. Целые государства не могли победить моих солдат, а тут всего один пилот. Это невероятно. Твоя последняя линия обороны растаяла перед ним, словно айсберг пустыни. Теперь он примется за нас. Нам нужно как можно быстрее скрыться из виду. Согласен, я немедленно отправляюсь на свою виллу. Моя охрана защитит меня. Ха, твоя хваленая охрана не может защититься даже от ребенка. Я спрячусь в своем горном бункере. У этого проклятого пилота не хватит оружия и сил, чтобы проникнуть в мой стальной оазис. Займемся альпинизмом, капитан. Наркобарон и Мэдман попрятались по своим убежищам, но захваченный тобой советский генерал знает их координаты. Сначала тебе нужно вынести смотровые вышки, прикрывающие входы в убежище. Но продолжаем сканировать сектор, и ты получишь свежую информацию, как только она у нас появится. Помни, что Мэдман и Карлос Ортега нужны нам живыми. Удачи, капитан. Да нахрена они живыми нужны? Все, миссия 8, горы. Да, печалька. И главное, там так сказали еще, типа, для начала нужно вынести смотровые вышки, типа, это да, так, вообще ни о чем. А на самом деле это, по-моему, самое сложное задание на этом уровне. Потому что их охраняет никто иной, как... Тут даже не указано. Короче, танки очень серьезные. Которые меня просто вынесут сейчас, могут все три жизни. Смотровая вышка охраняет бункер. Вынеси вышку как можно быстрее. Это даст тебе возможность свободно перемещаться по сектору. Ох уж эти вышки-то, а. Так, тут мини-пирамидки содержат в себе всякие вкусняшки. Вот. Их надо желательно разыскивать. Так, я уже прилетел. Сейчас залетим с нижней стороны. Что будет РСЗО? Что такое РСЗО? А, сейчас будет боль. Смотри, никого нет, да? Мочи не хочу. Ой. Угу, а теперь я пойду убивать этот танк. Сейчас это будет прям вот эпик такой, концовка драматичная.
Хотя бы на него упади. Да ты не очень. Ты даже упасть не можешь нормально. Он мне просто несколькими патронами вынес всю броню. А, да тут... Сейчас ракетная система у меня будет в табуретке. Ну вот, 550 он мне уже оставил. Сколько он меня, два раза попал? Ну, походу, он одним ударом где-то 200 снимает с чем-то. Так, боеприпасы ищем. Ну, на самом деле нет. Сейчас я покажу. Так, тут где-то была... Еще боеприпасы нужны. Не, ну понятно, да, что это зафейлено уже. Я просто показал, что здесь вот так жестко. Так, где тут боеприпасы валяются? Стоп. Не понял. Так, может быть, эти тут. Вот. Сейчас вынесем, попробуем этот танк. Ну вот, я зачистил эту территорию, в принципе. Сейчас тут еще кто-то выступает. Где он? Я не вижу. Я взял несколько комплектов боеприпасов, кучу брони, потратил две жизни. Вот, ну, в принципе, насколько я помню, чтобы такой жести тут не было, нужно было вынести вначале нижнюю вот эту область. Она точно такая же, но... Ну, просто у меня там брони было уже мало. Она точно такая же, но танки здесь уже нормальные. Вот. Поэтому я сейчас вначале полечу на нее. Хотя я не уверен. Может быть, я ошибаюсь, что она легкая становится. Фух, так. Надо вот этих все пирамидки находить желательно заранее. Потому что если их находить, то в принципе тут проблем ни с чем нету. Там боеприпасами, ни с чем особо так. Главное их находить. Так, это верхняя, да? А, нет, это уже нужная нам. Вот здесь танки норм. Ну и чё, у меня 700 еще брони. Вообще нряло. Следующий. Не, ну так безрассудно, конечно, тоже не стоит, как я сейчас сделал. Потому что всё-таки они тратят. И вот так особенно, ну... Ну я ж без крабства-то не могу совсем, чтобы... Все, здесь вроде бы все. А где бы броню мне достать? Нету. Так. Ну, Danger Zone вроде нету, да? Давай.
А, не, есть же броня, я открыл, все. Так, тут броня, да, где-то валяется. Ну, по-моему, да, они стали дном. Ну, относительно. Угу. Ну да, значит, все правильно. О! Здорово. Я просто помню, ну, когда играл еще вот в детстве, я почему-то не мог допереть до этого, что нужно вначале нижнюю выносить. И у меня удавалось, насколько я помню, без потерь жизней вынести вначале верхнюю область. Ну, там постоянно было стрельнуть и убежать, стрельнуть и убежать, ну, в таком все виде. Как бы, когда не знаешь, как сделать правильно, просто начинаешь всякой ерундой заниматься. Томагавки. Пусковые установки спрятаны в скалах. Наркобарон выкрал партию томагавков и намерен запустить их на Вашингтон. Ты должен взорвать их все. И находятся они, естественно, неизвестно где. Вот, когда, вот если представить, я играю первый раз, вообще не знаю. И где их искать, ну вообще вот, где вот, даже примерно неизвестно. Ну, хорошо, что я хотя бы знаю. Так, ну мне горючее надо. Ну, пойду в самом начале возьму, и там боеприпасы, а нет, боеприпасов там нет. А, вот боеприпасы. Но я не буду брать, в принципе. Ну, в общем, в принципе, догадаться еще, где находятся томагавки, можно по положению вот этих пушек. Мобильное орудие, броня 400, мощность 200. Замечу, мощность 200 это очень не слабо, но стреляют они очень медленно. Крепкие, мощные, но медленные пушки могут доставить тебе много неприятностей. И вот они где находятся. Вот слева снизу, там их целая куча, 5 штук. А, плюс, по-моему, еще спавнится. А может и нет, не помню. Ну, в общем, там и эти томагавки находятся. Так, далее. Нет, в принципе, я не знаю. Просто там у них-то будут оставаться эти боеприпасы. Да ладно, что мне сейчас, по-моему, сейчас тут экономить боеприпасы особо не нужно. Или нужно. Не, наверное, все-таки нужно, я вот не помню. Лучше не буду рисковать. Сагер, привет. ТТ умный сразу ромб ставит. Это ты про что? Ромб, это ты про что? Я чуть не очень вкурил. Так, где у нас? А, там еще далеко. Ой. Немножко крестовина подвела. Так, где вы там? Желательно не попадать под их ракеты, это реально, потому что они стреляют медленно. Ага. Давай, выстрели вначале. Появился. Он попал под их ракету. Попал под раздачу. Портом танкует. Ну да, правда... Ну, больше ничего не остается, кроме как борта. У меня вон боеприпасов нету. Я не знаю, смогу тебе взять, которые там? По-моему, нет, их защищают. Хотя... Ну да, ценой 200 брони. Я прям в эпицентре событий тут летаю. Так, минус один. Отлично. Где-то. Так, еще одно попадание, и я лежу. Смотрим ремкомплект. А, вот он прям тут рядом. Но тут еще и ездит тоже. Вроде бы, да? Да. Ух, нет. Надо не попасть. Чтобы он не попал.
Есть. Так, еще есть они тут? Да, есть, но я пока буду уничтожать томагавки. Так, одна есть. А сколько их там надо, я что-то не помню. А, так, написано сколько их? Надо взорвать все. Понятно. Тут фишка в том, что я могу их в них попасть, только если я вот так назад отлетаю, то есть морду вверх как бы наклоняю. Так, минус еще один. Так, боеприпасы бы уже не помешали. Ага. Понял. Так, а ну-ка, если бы ты своей ракетой попал бы в эту скалу, я был бы благодарен. Нет, не хочет. Ну и ладно. В принципе, можно попробовать все равно уничтожить. А, тут даже так, что ли, могу? Или я не попадаю? Не пойму, я попадаю или нет. Ладно, неважно. Тайлет Стрэнджер, привет. Так, каким за боеприпасами? Так, и горючее там тоже надо. Ну, возьмем как раз заодно. Пока долетим, у нас уже закончится. Тиротурпа. Это же вроде моющее средство или что-то такое. Отлично. Дальше. Ищем остальные томагавки. О, пирамидка. Что тут еще интересное попадется? О, давай, 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 давай. Есть. Ой, как-то вы меня врасплох застали вдвоем-то. Ну ладно, 600 оставили. Так. Еще есть? Не, все похоже. Следующее. Электростанция. Электролиния. Взорви все высоковольтные вышки, чтобы обесточить виллу наркобарона. Угу. Ее там вроде, мягко говоря, охраняют. Да. 4 зенитки. И, по-моему, там Danger Zone. И я не помню, что нужно сделать, чтобы не было Danger Zone. Ну, печалька. Так, броню. Да, в принципе, не буду брать. Пригодится. Боеприпасы тоже еще полно. Так, главное облетать всякие нехорошие зоны, где полно всяких там не очень. Так, это вот пригодится. Сэджер, я тоже играл на английском, у меня картридж до сих пор лежит на английском.
Это я первый раз играю на русском. Ага. И что сделать, чтобы не было Danger Zone? Я не помню, как я уже сказал. Так что придется страдать. Походу. Ух. Ну, в принципе, реально. Они просто меня моментально... Они моментально разворачиваются, это жесть. Я промахнулся хеллфаером. Да, боеприпасы. Далеко. Ну, а что поделать? Главное, не наткнуться опять на что-нибудь. Да, электростанция во всех частях есть. О, тут что у нас? Боеприпасы? Отлично. Я думаю, может за ремкомплектом сгонять или рано. Сейчас оставят еще поменьше, тогда уже полечу. Но я надеюсь, не собьют. Все-таки они не по 200 снимают. Ну, в принципе, главное не затупить. Так, где они? Вон она стоит. Да, в принципе, реально. Норм. .305. Я думаю, можно попробовать и эту еще сбить. Ой, там еще вертолет. Но я все зенитки сбил. Все, я выпустил почти весь боекомплект. Так. Ремкомплект там. Боеприпасы там. Горючее нигде. Печалька. Ой, печалька, надо горючее искать. А где оно его? Где его искать? Надо пирамидки какие-то откапывать. А, я знаю, где есть. Вроде бы. Во-первых, вот тут где-то, по-моему, может быть. Так, на зеленый нам пока не надо залетать, но где-то рядом может быть. В округе. Вот тут, например. Не, боеприпасы. Тут броня. Ну мне броню и надо. Не, ну я броню дальнюю возьму. Но надо только горючее найти. Боеприпасы. Ой. Еще броня. Но броню-то довольно щедрые они. Охо-хо, у меня нету. Нету горючего. Если я сейчас не найду, то все. Ой, куда-то я не туда залетел. Дайте горючее-то, ну чё вы? Причем, если я падаю из-за нехватки горючего, то, по-моему, его больше у меня не становится. Ну-ка, ну-ка. Горючее. Лебедка. Печалька. А, не, горючее полное. Первый раз за всю игру упал за нехватку горючего. О, нашел. Ну ладно, хотя бы теперь есть. Чуть-чуть не долетел. А, ну да, броню-то мне тоже уже не надо, теперь только боеприпасы нужны. Ура, да, тоже? Ну ладно, я понял. Я запомнил. Где Danger Zone, подожди. А, ну это ерунда. Ну хотя как ерунда, вообще-то... Вообще-то, ну так, не особо ерунда. А, я думал, я вертолет сбил. Фейл. Фейл на фейле просто. Давай уничтожим электростанцию пока.
тебя что, закончились боеприпасы? Да я тигру электростанцию уничтожу, ты что тупишь? Есть. Вот так, вилла. Вилла наркобарона. Усиленно охраняется. Броня 2000. На вилле прячется один из наших заклятых врагов. Наркобарон Карлос Ортега. Рус Продакшн, привет. Ну да, падать в принципе недалеко, но... Если взрыв, то как бы это больно. Так, броню можно взять, потому что там, да, охраняется все. Ну, в принципе, там охраняется... А, нет, там танки будут. Ой-ой-ой, я уже чуть думал, сейчас броню убью. О, вышли, вышли, ничего себе. Отлично. Молодец. Помощник. Крепкая вилла какая. Так. Боеприпасы. Следующая миссия. Карлос Ортега. Захвати наркобарона, прежде чем удастся улизнуть от нас. Помни, он должен ответить по закону, поэтому он нужен нам живым. А, так, там вышли куча людей. А где, собственно, виновник торжества-то? Я не помню. Но я помню, что он вроде на лодке там убегает справа, вон где реки, но почему на карте не отображается? Так, с корючим опять проблемы. Не, ну оно-то одно есть. Ну, одно. Сейчас тут еще посмотрю. А. Так. Да, броню надо взять. Ну ладно, полечу туда, где вот я говорю, это место с лодкой. Потому что вроде туда надо. Хотя на карте не отображается. Надо его в это. Только не убить его. Все. Взяли Артеку на борт. Добро пожаловать. Аэродром в джунглях. Уничтожь все самолеты и вертолеты, чтобы перекрыть Мэдману все пути к отступлению. Так, ну мы уничтожать тут будем все. Я думаю, надо. Тут танк, я видел. Где горючее, вы мне скажете? Где горючее бы найти? Не дают. Ладно, надеюсь, там есть на аэродроме. Так, боеприпасы, тут их полно, поэтому можно брать сейчас сразу. Так.
Значит, надо ему самолет уничтожить. Ок. А, во, горючее, отлично. Неплохо встретили тут нас. Надо ремкомплект взять. Не забываем, что у меня последняя жизнь, если я упаду, все. Опа, это что? Припасы. Так, продолжаем. Я забыл, что там вертолет еще. Так, надо как-то все более аккуратно делать. Правда, мне некогда расслабляться, у меня горючего мало. Ну что тут одна, это один бак. Да, аккуратно. Очень аккуратно. Мимо. Давай, помахнись. Ты эти быстрее уже уничтожу. Так, еще боеприпасы. Ой. Так, а что? А, ну я там один самолет, да, не уничтожил. А где тут он взлетать на самолете собрался? Я не очень понял. Тут же взлетной полосы нет. Следующий бункер. Стальной бункер Мэдмана. Броня неизвестна. Взорви внешнюю защиту и нанеси удар по подземной части бункера. Не вопрос. Ну как бы вообще-то, да. Ну там... Вот такие прикольные вещи находятся. Ой, только не говори, что... А, я думал, я уничтожил... Вот это. Ага, горючку как раз надо брать. Ой, возьму то дальнее. А, так, там 4 зенитки, в общем-то. Ух ты, как оно аннигилировалось. Прикольно. Далее. Так, тут что? Опа. Это уже облегчает ситуацию. Сейчас посмотрим, что тут, может, еще что-то есть. Ну ладно, я думаю, нормально. Нам надо проделать дырочку. Так, где у нас тут боеприпасы? Вон, целая куча вокруг везде валяется. Крепкий бункер такой, довольно-таки. Все, дырочку проделали. Еще раз берем боеприпасы. Так. Высаживаем штурмана. Грузовик наполнен взрывчаткой. Он его подгоняет. Так, мне броню надо? Да, надо взять. Берем штурмана. Вот. И уничтожаем автомобильчик со взрывчаткой. Бабах. И оттуда вылетел, собственно, Мэдман.
Захвати Ибн Килбабу. Этот преступник должен живым попасть в руки правосудия. Not bad. Ну, в общем-то, тут как раз-таки не сложно, надо просто его бронированный вертолет уничтожить. Только не убить его самого. Как он выживет после уничтожения вертолета, я не в курсе, можно не спрашивать. Мэдман, давай, заходи. Чаек попьем. Вот такие вот дела. Мэдман и Артега сидят в нашем вертолете. Но это еще не конец игры. Что этого вертолета вышел, да-да. Пройдено. Вот. Итак, последний уровень. На нашем канале прямая трансляция. Президент объявляет благодарность отважному пилоту. Благодаря ему наркобарон Карлос Артега и Мэдман предстанут перед федеральным судом. Президент поздравляет. Дамы и господа, Белый дом подвергся нападению. Небольшая группа террористов вторглась в город и пытается помочь своим главарям сбежать из здания суда. Террористы рассредоточились по всему Вашингтону, чтобы отвлечь полицию. Итак, вертолет, перевозящий президента. Президент эвакуируется в Кэмп Дэвид, сделать так, чтобы он целым и невредимым покинул Вашингтон. Без проблем. Полетели. Так. Кто тут? Кто тут? Давайте, нападайте. О, ты кто? Вообще они стреляют в меня, а не президента, так что я не знаю, что они там беспокоятся в президенте. Все. Президент эвакуирован. Далее. Террористы. Вражеская техника. Вашингтон атакован террористами. Остатки армии наркобарона вторглись в город и вытащили Артегу и Мэдмана из здания суда. Взорви всю технику. Ну, это проблема, потому что мы не знаем, где они находятся. Ну да, в принципе. Мы не знаем, где это находится, поэтому... Сейчас будем рандомно летать, попутно открывая всякие там бензин и прочее. Ну, этот, в смысле, горючее. У нас ничего не известно, в общем. Но почему-то уже известно, что будет всего 6 заданий. Так, ищем танки вот эти, в общем. Ну, как это называется? БТРы, да? Патруль такой у нас получился. О! Сколько их, я не помню. О! Так, здесь что-то, по-моему, полезное. Да. Мне минус за это, но зато нашел для себя полезные вещи.
Так, где еще эти танки? Ну, в смысле, опять, почему-то их танками называют, БТРы. А, только что там проехал, кстати, подожди. Это же боеприпасы. А, мне как раз нужны. Тут нет этого БТРа? Есть. Еще где? Тут есть. Так, горючее, наверное, уже надо будет скоро. Ну, в принципе, еще нормально. Так, ищем БТР дальше. Сколько их еще осталось, я не в курсе. Ну, сколько-то есть. Ну, где вы? Выходите. Полиция едет, что они могут репорт мне скинуть, то что мы нашли БТР. Или она куплена. О. Так этот автобус же тоже с террористом. Че он тут разъездился? Сколько уже? 9 уничтожил? Наверное, 10 всего, что ли? Я не знаю. Ой. Так, это пригодится. А где у нас горючее? Вон где. Возможно, по пути как раз танки попадутся. Ага. Надеюсь, не на заправке. Ага, тут даже два горючего. Хорошо. Тут есть что? Да, броню мне как раз надо взять. Где еще эти БТРы? О, последний? Нет, не последний. Уже 11. Где же еще-то? Может, тут? Нет. Так, а где я еще не был? А ты кто вообще? Я не виновен, я только видел, как Артега угнал автобус. Он направляется к выезду из города. Но я, короче, немножко спойлернул случайно. Ну, да. Неважно, забыли. То, что мы сейчас видели. Здание бомбанем. А, я обещал тебе показать, как что здесь можно его полностью уничтожить. Давай и потом, когда все миссии закончим. Хотя нет, а вдруг будет возврат на базу, я не помню. А во. Да не, ладно, Тор, потом посмотришь. Ну, давай я вот сделаю save state. Потом специально для тебя, когда пройду, загружусь и разбомблю какое-нибудь здание. Где же еще они прячутся-то? Тут, кстати, вот белый дом, где... Эти разбомбленные здания, вот, прилегающие.
Я уже не знаю, где искать, я вроде везде был. Или они спавнятся. Нет, они вроде фиксированы. Не, в Белом доме можно дырку проделать, и овальный кабинет будет видно. Ну, это сразу возврат на базу, это вот уже точно. Да где же она? Опа. Сейчас так случайно выполню игрок какую-то миссию. Выполнил. Я расскажу все, что знаю. Мэдден пытается выехать из города на бензовозе. Ну вот. Третья миссия. Генерал Артеги и правая рука Мэдмена. Эти люди владеют информацией о том, как Артега Мэдмен собирается бежать из города. Но я это уже выполнил. Однако мне надо добить этих террористов. О. А, все. Все, их 13 всего. Вот, не дай Артеги сбежать из Вашингтона. Наркобарон решил улизнуть от правосудия на угнанном рейсовом автобусе. Останови его. Я бы не сказал, что это какой-то рейсовый автобус. Почему у него столько брони? Ну, нет, ну, в принципе, сейчас будет видно. Ну, не так уж много, с одной стороны, потому что я его быстро разбомблю. Но обычный автобус, мне кажется, просто от одного... От одной гидры уже все потратится. Просто от одной даже гидры. Ладно, летим Артегу тратить. Не хочет он перед судом представать, значит, будет потрачен. Где он там? Ему не поможет ни охрана вот из этого БТРа, ничего. Ну, нормальный автобус, да? Он Hellfire выстрелил. А, вот, кстати, появился этот еще недобитый танк. Ну, вторая миссия. То есть их 15 всего. Ладно, добью тогда. Че он там стоит? Да, это мне как раз надо. И мне еще броню надо. Он даже из зорного вертолета же выбирается. Нет, это ты с Мэдденом перепутал. Теперь мне нужно бы броню. Тут не показывается броня, печалька. Но у меня есть два человека, надо их высадить. Два генерала. Сколько они брони дадут? Так, у меня 280. Всего по 100 дали. Следующее. Мэдмен. Не дай Мэдмену сбежать из города. Мэдмен пытается уехать на угольном бензовозе. Останови его. Самая классная идея, это убегать на бензовозе. Просто вот вообще. Это самое клевое. Он же такой вообще безопасный. Ну просто иначе бы не было бы кинца. А как же это? Это не очень. Так. Ну все, ты попал. Я тебя даже из пулемета расстреляю. Не, ну ладно. Все. Мэдмен потрачен. Итак, последнее задание. Грузовики везут ядерные ракеты. Это еще не конец. Останови 4 грузовика, направляющихся к Белому дому. Ну, в общем, они едут к Белому дому. Если хотя бы один из них доедет, то, ну, типа, будет бабах ядерный в Вашингтоне. Вот. Они бронированные.
Ну, это, в принципе, не особо проблема, но я думаю, ничего такого не случится. Минус. Теперь это будет это радиационная зараженная зона, зона отчуждения, потому что мы только что ядерную ракету разбомбили, и весь уран просто на улицу вывалился. Хороший конец. Так, тут боеприпасы. Сколько хочешь боеприпасов здесь вообще? Следующий. И теперь последний, который находится ближе всего. Вот можно обратить внимание, у него там очень короткая дистанция. Поэтому его надо бомбить очень быстро. Ну, в принципе, ну, нет шансов практически, что я зафейлю. Ну, только если что-то совсем какой-то бред сделаю. Но я думаю, ничего такого не будет. Просто главное траекторию правильно выбрать сразу. Где он там? Хорошо, что они меня ждут, пока я к ним не подойду. О. Хороший это признак. Что за... Все. Все, мир спасен. Ну, США это же мир. Пройдено. Игра пройдена. Все. С кучей фейлов, но пройдено. Смотрим концовку. Поздравляем, вы снова спасли мир от ядерной катастрофы. Это было нетрудно. Ага. Благодаря вашей смелости и героизму мир может не бояться сумасшедшего наркобарона и мстительного диктатора. Просто они мне сразу не понравились. Ваш штурман ждет вас снаружи. Там собралось много людей, которые хотят поблагодарить своих героев. Перевод на русский язык, 2002 год, компания Падис. А в 93 году Electronic Arts. Неплохо так, игру выпустили, вообще классно. Ну, оценку этой игре я дал еще лет 10 назад или когда там, давно очень. Это, ну, просто 10 из 10, тут не к чему особо придраться. Все, физика классная, графика классная, музыка классная. Задания интересные. То есть, ну просто мне вот не к чему придраться абсолютно. Следующей игрой я, ну, как бы я прохожу, то есть параллельно покемонов, да, и параллельно какую-то еще игру, то есть перемешиваю. И вот следующей, как бы, перемешивающей игрой будет, собственно, Urban Strike.
То есть удар в городе. И, кстати, я не знаю, может быть даже прямо сейчас начать? Не знаю, в принципе. Как бы, я постримил только 2 часа 50 минут. Бомбить город? Ну, сейчас, да, покажу, что происходит, в принципе. После титров. Так, ну, как бы я, в общем, на СК2 пока стрим офлайн сделаю, ну, в смысле, сам плеер. Поэтому, и сейчас смотрим титры до конца, выключаю. Всем спасибо, что смотрели. Если есть вопросы, пожелания, предложения и жалобы, можно писать. Я выключаю микрофон, досматриваем титры, и всем пока.